Петров завернул шайбу. А мы завернули мысли. Быстренько с этим разобрались. А дальше еще одно добивание. И гол. 1-0. Кирилл Петров добавляет шайбу в ворота Уфы. 1-0 Акбарс. Вот так и выглядит Шиндермендер. Это тот самый момент, который Акбар ждал. Ждали, может быть, и уверены были на 100%, что и во втором периоде, на самом начале, Золотилаев под шум собственных трибун и своих болельщиков пойдет вперед. Алексеев здесь пока разворачивался. И Кормье поучаствовал одной рукой и ногой отдавал. Петров на пятачке. Раз, два, вторым добиванием. Кирилл Петров второй матч подряд забрасывает. Мицелда потащил первую шайбу какую, да, и Колидов здорово сейчас падал в ворота, понимаешь, что попытать можно спасти.